Как обещал в прошлое видео, ставил заряженный аккумулятор в мячик. Сейчас посмотрим, как он работает. В принципе, без аккумулятора он не выполняет той функции. Там воздух отсюда идет. Сейчас я включу. Вот, отсюда идет воздух. Для чего он. И вибрация еще. Сейчас. Опа! Он отталкивается от всех вещей. Опа! Я пропустил гол. Опа! Тут достаточно легонько его толкать. Пинать точнее. Опа! Все, я прозевал опять. Он от меня уезжает. Такая вот годная игрушка. Парень, пинай сиди. Зади. Сейчас я его пну. Оп. В принципе, его можно без бампера. Главное, двери не бить. Вот. Так. Так, в принципе, очень интересная игра. Если бы она еще не пела так противно. Вот. Пускай. Так, единственный минус этой игрушки, она может, если попадет по пальцам, то очень больно. Нам ребенку мы ноготь сломали. Поэтому надо играть в нее аккуратно. А так очень годная. 200 рублей что ли стоило. Тоже недорогая. И лучше играть в тапочках. Да. Или сильно не бить. В принципе, если легонько ударить, она и так едет. Тоже парень, не бей сильно. Вот так вот, легонечко. Раз. Покажу, как убивается. Оп, оп.